Легендарная база в Стайках видела не одно поколение динамовцев. А о том, как здесь живется и тренируется футболистом нынешнего состава, расскажу я, Анна Эйсман, ведущая новостей спорта на телеканале «Беларусь-1», а поможет мне капитан «Динамо» Олег Перетило. Он ждет уже нас внутри. Пройдемте. Привет. Как дела? Нормально, все хорошо. С чего начнем? Начнем, я думаю, с комнаты славы нашей, как бы. Самое хорошее место у нас. Здесь есть кубки, которые уже с твоим участием были завоеваны? Ну да, были. Здесь как бы мы ездили много на турниров. Может быть, вот это Дании кап, вот тоже участвовал, получили кубок. Ну, это, наверное, вы видели, чемпионский кубок у нас стоит. Давно не пополнялся. Хочу стать чемпионом с этой командой. Я еще не был. И как бы второе, третье место есть, но чемпиона нет. Как бы жду. И сейчас у нас в преддверии финала кубка. Хочу и финал кубка выиграть. Ну, как обычно, все, что надо. Кровать, отдых. Плазму новую поставили на обновление. Да, да. Ванна, туалет. Ну и соседи. По блоку нашим. У нас здесь тренажерный зал. Здесь растяжка. Основной состав, ты говоришь. Да, здесь как бы в основном состав. В основном. Мягенько. Да. Это координацию улучшает. Ну, надо устоять там на одной ноге, на приседке. Там. Вот коврик мы любим. Пресс качать. Все, пойдем дальше. Вот наш массажный кабинет, это как бы наш Серега-массажист работает все время, не покладая рук. Интересно, были ли когда случаи, чтобы в клубе работала женщина-массажист? Ну, бывает, было на стане Новополоцке, там работала женщина. Но вообще-то считается, что женщина на корабле это немножко не совсем хорошая кабинет. Ну, у нас Динамо не было. Не, ну такое, ну, в принципе, такое негласное правило, оно существует. Это наша столовая, как бы и тут питаются футболисты, у каждого свое место. Готовит нам Тетяня, самый лучший повар. Даже мне это же очень нравится, как называют Тетяня, а не по имени отчеству, да. Это как-то ближе и как бы родничать. Большую или маленькую вам? Ну, Олег перетел, понимаете, он как бы так ничего не просит, он кушает как бы все. И нюансы есть, что вот что-то он не кушает. Что? Жареный лук он не кушает. Сейчас да, российского футбола, значит, Дима так наладил, так что ты просил? Вы знаете, Дима ничего особенного не просил. То, что вот мы ему предлагали, он все кушал. Узнала, что в игровой день он кушает только один раз. Либо завтракает, либо обедает. Я нового поваренка привела. Вот главный шеф. Тебе халат взять? Да, обязательно. Да? А как, ты думаешь? Ну, раз надо, так надо. Да, еще чепчик надо. Не, ну чепчик это уже перебор. Итак, сегодня Дмитрий Сычев лично привнесет новшество в меню. Что ты нам приготовишь? Самое простое блюдо, которое может быть, но в то же время самое полезное и вкусное. Это будет салат. Это будет салат, да. Очень замысловатый по набору продуктов, но в то же время... Правильно. В общем, это основа всего. Овощи и правильная заправка. Я просто, чтобы безотходное производство было, очень важна здесь зелень. Потому что зелень – это источник витаминов, минералов и долголетия. Дим, ну что ты приготовил? Вот первые посетители нашего ресторана сегодня. У нас очень дорого. Я, конечно, завтракал, но сейчас тренировка. Я, ну да, потому что тяжело. У меня это вот минимум того, чего нужно начинать день футболиста. Сытно, полезно. Комната отдыха, как бы развлечения наши. Бильярд, кто любит это играть, теннис. Кто у вас фанат бильярда? Ну, у нас
сейчас мало, был Стас Драгун, как бы Олег Страханович, очень любили в бильярд порубиться. Настольный теннис тоже, как бы... Ну, потому что сеточка запущена. Да, да. Раньше стояли манекены тут, Хоткевича, с этим, с Миловичем, что-то убрали, даже не знаю. Это вам поднимало это настроение? Ну да, как бы, звезды. Душевые наши кабинки, там ваня, даже приборчики нам повесили. Мы узнали, как живут динамовцы на своей базе. Сейчас проверим, насколько узнали Минск легионеры команды. Главное место действия – это шикарный двухэтажный красный автобус, а экзаменатором и экскурсоводом выступит Александр Гутер. Welcome, guys! Давай начнем с того, что Минск – это столица Беларуси. Минск насчитывает 9 районов. Ну, районы я перечислять не буду, потому что я их, наверное, сам всех не знаю. В Минске проживает около 2,5 миллионов людей. Экскурсоводом до этого мне никогда не приходилось быть, но я чувствовал себя, как будто я им родился. А это самая крупная и центральная площадь города Минска. Называется она Площадь Независимости. Раньше она носила название Площадь Ленина. That was fantastic. So I'm happy, you know, to be with some of the players and to see the city, what the city look like. The city look very, very beautiful. Слева будет главпочтам, откуда вы можете отправлять письма на родину, в Сербию, в Боснию, в Уругвай, Нигерию. Его еще бывает называют мавзолей, он похож. Ну, здесь проходят самые крупные мероприятия, концерты, приезжают звезды эстрады, здесь выступают. А зимой вот на этой вот площади заливают каток, да, по центру стоит елка и приходят люди, катаются. Это они ОМОН ломают. Вот, головой сейчас будет, головой разбивают, да. Ну, это парк Горького. Здесь всегда очень красиво, здесь есть Вечный огонь, памятник советским героям, которые победили в Великой Отечественной войне, благодаря которому у нас сейчас мир, дружба, жвачка. With that, I think I can know to go to many places and to know what about the area of the city where I've been to. So I believe I understand a lot of things. А это ЦУМ. Там был ГУМ, а это ЦУМ. Это центральный, а там государство или городской. У нас сейчас будет слева место, я думаю, все о нем знают. Крис, что это, Крис? Okay. Это Night Club. See. На заре был? Был? Girl. Думаю, мне несложно было донести до наших легионеров, какие достопримечательности нашей Беларуси. Надеюсь, что я со своей работой справился, что им все понравилось, они все понимали. Гутер справился со своей работой сегодня. Ну, он хорошо знает город, хорошо знает все это места. Сейчас вот с правой стороны будет центральный ботанический сад. 153 гектара, ну, если тебе о чем-то это говорит, он очень громадный. Там внутри даже озеро, там лебеди плавают. Поэтому, Заха, Эрни, были здесь? Это ботанический сад, цветы. Парк, цветы. Ну, это не, даже не парк, а... Я не знаю, как будут цветы по-английски. Поэтому сходите, и Заха, сходите, там красиво очень. Очень хорошо рассказывал, все, мы все поняли. Я думаю, и остальные ребята поняли, если там было и испанский, и итальянский. Я думаю, все им тоже понравилось. Ну, все равно, меня интереснее было, как Гутта рассказывает, чем кто-то там. Мы расскажем интернету, что он молодец как. Ну, а вот справа до стояния нашей страны Национальная библиотека. Как видите, себя она представляет довольно такое интересное строение. Высота его... Я готовился. Высота его 73 метра. Хоть они, наверное, не все места еще посещали. Я думаю, что мы приобщим их к каким-нибудь делам. Мы обязательно их сводим там, в кинотеатры, в театры, куда-нибудь в парки, в которых они еще не были. Потому что не так много времени еще кто-то находится в нашей команде. Я думаю, что им Минск очень понравится, потому что летом он очень красивый, весь зеленый, расцветают все сады. Вот, в таком плане. Хорош! До новых встреч!